Всем привет! Сегодня мы решили сделать самое глупое, что можно сделать с этой BMW 2000 года, ей все-таки 17 лет уже. Поехать в путешествие на 2500 километров, доедет, нет? Верите или нет, но даже масло не взяли, ни канистры, ни 4-литровый, ни литровый. И даже толком не заправились, заправка полная, решили ехать так, ну ура! Просто-напросто помыли машину, ну уже и даже этого не видно. И просто едем. Чем это аукнется, смотрите дальше. Вот именно так должен был начинаться следующий ролик о BMW. Но, к сожалению, BMW думала по-другому. Видимо, подумав, что лучше работает пускай трактор, он железный, она сама решила уйти в отпуск. И месяц вот уже стоит под навесом. Вся в пыли, наверное, отдохнувшая. Пора тебя возвращать к жизни. Речь пойдет, конечно же, о давней болезни BMW. О клапане вентиляции карцерных газов. Вот если замечали, такая трубочка. Это отсос с двигателя карцерных газов. Там в глубине под впуском стоит КВКГ. Такая аббревиатура грозная, которую, пожалуй, наверное, многие BMW-шники знают. Заодно затронем вот эту штучку. Это DISA. Это регулятор длины впускного коллектора. Тоже знакомая многим вещь. Она дает приход, когда надо. И не дает его, если не работает. Что-то у меня с приходом в последнее время своеобразные там чудеса творятся, то он валит как бешеный, то не едет нифига. Поэтому вот здесь мембранку поменяем. И также будет мембранка там. Почему вместе будем делать? Да потому что, чтобы добраться вон туда, в дебри моторного отсека, придется все равно снимать DISA. Почему бы ее параллельно с этим не починить? Первым делом, как обычно в 50% ремонтов, снимаем фильтр воздушный. Это достаточно легко сделать, и каждый раз повторять, как это делать, я не буду. Дальше идем откручивать DISA. Для этого этот разъемчик снимаем. Он подпружиненный. Нажал, выдернул. Все готово. И торксом откручиваем два винта крепления DISA к впускному коллектору. Открутил два болта. DISA снимается без никаких выпендрежей, ладно. Все, вот она. Вот заслонка, которая регулирует длину. Регулирует она интересным каким-то вакуумно-электрическим способом. Я даже вникать не буду. Здесь есть электрическое соединение. И вот здесь вот этот вакуумный цилиндр, который с мембраной внутри соединен со впуском. Так, это с этим получается. Вот дырка со впуском. А вот отверстие с... Или вот оно, неважно. Соединение с атмосферой. Типа редуктора. Так, у многих разбалтывается вот эта заслонка. Первый раз, когда я снимал, все было хорошо. Но спустя какое-то время она немножко начала побалтываться. Поэтому я ее просверлил. И туда гвоздик воткнул какой-то загнутый. Чтобы она не болталась, а стояла на оси ровно. Так, как стоит ось. Но внутри вот здесь стоит мембрана, которая хотела умереть. Говорят, от соски подходит, но что-то я не нашел такую соску, от которой бы подошла мембрана для DISA. Перепробовал кучу сосок на вкус. Так, едем дальше. Нам нужна будет, ну, вернее, нужен будет доступ вот под эту крышку. Она крепится двумя болтами. И вот здесь такие защелочки. Поднимаем. Поднимаем вот так и вытаскиваем. Помимо всего этого, еще и регулятор давления топлива запитан как раз по вакууму от этой КВКГ, клапана вентиляции. У меня здесь такой апокалипсис произошел, что в трубочке, которая питает регулятор, вон масло лежит внутри, видно. Потом сниму, видно будет. Расслабив патрубки впуска, получается вот этот хомут, этот хомут.
и, сняв еще один шланчик отсоса непонятно чего, во впуск. Вообще все говно стекает, собирается во впуск. Все, что надо отсосать, скидывают во впуск. Вот можно снять вот эту всю штуку. Резонатор, датчик расхода и шланги вместе. Следующий на очереди у нас щуп. Он мешается, и он является частью системы. Крепится вот здесь болтиком. Там ключ на 13. Так, темно под капотом. Вот видите шланчик? Он как раз от КВКГ, слив масла в в картер. И вот здесь еще есть такая штучка. Зажим для проводки. Вот его тоже. Провод освобождаем. И все, в принципе. Можно, пошевелив, выдернуть его. Масляный щуп плавает в масле. Это раз. То есть когда вы будете его вытаскивать, немножко масла прольется. И два, это надо с чем-то заткнуть вот это отверстие после того, как щуп выдернули, которое осталось, чтобы туда ничего не упало. Так, едем дальше. А дальше у нас вот эта страшная распределительная коробка. Страшная она, потому что от нее идет миллион всяких разъемов. Страшно все это дело забыть, куда подключать. Крепится она тремя крепежами, так скажем, потому что один болт и две гаечки. Вот одна гаечка, вот вторая гаечка. Вполне все откручивается без никаких стробоскопов и прочей фигни. Я снял вот этот шлейф. Особой необходимости не было, который идет вот туда вдоль передка, по-моему, на распредвал и на температуру. Но чтобы он не мешался, чтобы можно было вот эту коробку посильнее откинуть. И вот здесь мы видим интересный разъем, крутительный разъем дроссельной заслонки. Все, его тоже скидываем и получаем доступ до дроссельной заслонки. Так вот это выглядит все. Корпус дроссельной заслонки прикреплен к впуску четырьмя болтами. Вот отверстие под них. Болты М6 под ключ на 10. Очень удобно откручивается с помощью самой маленькой головки. Вот такой ключик. Маленький, дугаленький. После того, как дроссель открутили, отсоединили с его места посадочного, там еще остается тросик. Тросик, вот шарик просто отщелкивается. А вот сам тросик, вот он. Он выдергивается легко, легким движением наверх. Все. С его посадочного места есть такая резиночка, чтобы он не скользил. Едем дальше. Смотрите, в трубочке, которая соединяет КВКГ с регулятором давления топлива по вакууму, в ней масло. Здесь стоит клапан электромагнитный, опять по вакууму. Он просто сдергивается, а трубочка, которая сзади него, просто отсоединяется. Вот так мелкими шажочками мы подошли к самому интересному, к отсоединению шлангов, которые крепят КВКГ. Вернее, соединяет его, коннектит со всякими штуками типа впускного коллектора. Шланги все однотипные. Вот. Где прорези вот такие, надо там сдавливать. И в этот момент освободится вот здесь защелочка. Они одинаковые с двух сторон. Что ты? Вот. И шланг можно будет стернуть. Сжать и сдернуть. В общем, вот он один. Это картерные газы отсасывает. Вот это вакуум забирает на КВКГ. Шланчик, вот он. Такой же тип. Вот там сам
Вон он, красненьким помазанный. Сам вот КВКГ. И та трубочка, помните, которую мы скидывали с этого? Это как раз вот она. С КВКГ, слив масла. У нее тоже внизу. Сейчас фиг увидишь, конечно. Вот, тоже такой же хомутик. Чем больше хомутов удастся снять, тем легче он выйдет. Здесь еще есть вакуумная трубочка, соединяющая КВКГ с регулятором давления топлива. Вот она беленькая на экране. Все, сейчас я начну, а вы смотрите, что получится. Снять, что не получится, потом расскажу.